Владимир Александрович Зеленский. Ебаси, блядь! Украина, понадобится, понадобится. Добрый день, друзья. Недобрый день вам, мне, другие. У меня есть такой телевизионный проект «Золотая рыбка». Я беседую там в основном с деятелями культуры. И достаточно часто спрашиваю про их отношение к ненормативной лексике. Сам грешен, я матерюсь. Иногда можно было бы там и обойтись без того или иного слова. Но вот то, как используют наш язык, с которым, кстати, на государственном уровне там борется, на Украине, как используют сведомый шоу-бизнес наш язык, ну вот это меня, ну, давайте я назову вещи своими именами, я в ахуе, да. Впрочем, бывает иногда, когда и без всякого русского мата на мове люди изъясняются, и там тоже есть на что посмотреть, от чего охуеть. Это я про следующий сюжет, посмотрите, художница из Одессы, ну, девушка из Одессы, так скажем, нарисовала картину сиськами. Доброго вечора, мої хороші. Сьогодні я намалювала картину, але моїми пензликами стали мої вишеньки. Так, я вишеньками намалювала картину. Це наша земля, це наш прапор, і наша земля підтримує нашу Україну. Сила у нас є, ще не вмерла Україна, поки